Здравствуйте, меня зовут Сумыч Екатерина Михайловна, я ваша медсестра сегодня. Здравствуйте. Назовите, пожалуйста, свое имя, фамилию и отчество, дату рождения. Горелик Андрей Сергеевич, 5.09.2002. Данные совпадают. Сейчас я научу пользоваться вас пикфлометром. Вы не против? Нет. Возьмите пикфлометр в руки. Удерживайте его горизонтально и проверьте, чтобы шкала бегунка находилась на ноге. После этого поднесите мундштук ко рту. Сделайте максимально глубокий вдох. Обхватите мундштук плотно губами и выполните форсированный выдох. Очень хорошо. Зафиксируйте показания. Выполните манипуляцию повторно. Запишем в медицинскую документацию максимальный результат. Снимаем мундштук с пикфлометра. Погружаем мундштук в дезинфицирующий раствор. Время экспозиции согласно инструкции по использованию данного дезинфектанта. После дезинфекции промываем мундштук проточной водой и высушиваем. Выполнила гигиеническую антисептику рук, сделала запись в медицинской документации.